Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, дорогие братья и сестры. Сегодня мы расскажем о правилах, которые следует соблюдать во время приема пищи. Первое. Когда человек начинает прием пищи, он должен помянуть имя Аллаха и сказать «Бисмилля», то есть с именем Аллаха. Второе. При завершении следует восхвалить Аллаха. Словами «Альхамдулилля», то есть «Хвала Аллаху». Третье. Кушает следует только правой рукой. Четвертое. Класть пищу в рот надо небольшими кусочками и тщательно ее пережевывать. Пятое. Человек не должен протягивать руку к еде до тех пор, пока не проглотит то, что у него во рту. Шестое. Нельзя порицать еду, то есть упоминать об отрицательных качествах пищи, без особой необходимости. Седьмое. Следует брать пищу, что находится ближе к человеку. Кроме тех случаев, когда еда разнообразные, как, например, фрукты. Восьмое. Кусочки еды нужно брать и подносить ко рту тремя пальцами. Девятое. В случае, если что-либо из еды упало на пол, то ее необходимо подобрать. Десятое. Нельзя дуть на горячую еду.